Привет, друзья! И снова фикс-прайс. Никто его не отменял. Зашла, короче, ездила в Sunlight забрать подарок к именинам. И, в общем, смотрю, там вроде фикс-прайс где-то был рядом. Зашла, потому что в нашем фикс-прайсе рядом с домом у нас нету контейнеров. А мне безумно нужны были контейнеры, причем довольно вместительные. Не могу его достать. Короче, взяла вот два вот таких вот. Не могу их один из другого выковырить. Уж прям плотно так засел. Хотя, что я... Вот. Так, потрясем. Короче, вот так он... Вот так выглядит этикетка. Значит, 5-литровый контейнер. Я это отклею, мне это не нужно, я не для овощей. Значит, взяла две штуки, пока шла домой, поняла, что, наверное, понадобится еще третий. Размеры тут что-то я не вижу, размеры. И ничего больше не написано. Ну, 5 литров, не знаю, какие тут еще могут быть размеры. В общем, такой контейнер 55 рублей. Значит, взяла два. У меня была идея. На кухне у меня валяются всякие формочки, какие-то для печенья, там для мини-кексиков, для вот эта штучка для выдавливания крема на торты фигурная. Это все просто валяется в ящике. И я что-то подумала, что надо все это в коробочку сложить. Вот. И, в общем, взяла одну для, собственно, для этих формочек. И вторую такую же взяла. У нас очень много приправ. Я уже не раз говорила, что я большая фанатка приправ. И у нас очень их много. Я думаю, что подозреваю, что в этот контейнер они все не войдут. То есть получится, что... ну, вот так вот вертикально пакетики поставить, то есть в этот контейнер, в принципе, войдет только запас приправ, то есть те, которые не открыты. А те, которые открыты, честно говоря, не знаю, куда будет убираться. Но здесь вот сзади, наверное, не будет вам видно. Я даже не знаю, на какой фон. Ну, вот серым таким нанесено. Сделано в России, компания Архимед, от минус 40 до плюс 100, то есть, в принципе, микроволновку можно засунуть даже, если на разогрев. Пищевой пластик можно замораживать, можно размораживать и можно класть еду или что-то. Короче, не знаю, что это за символ такое. Ну, в общем, 5-литровые, два вот таких больших, это мне на кухню. И к ним были, ну, там как бы все контейнеры одного цвета, ну, цвета вот такого прозрачного. Крышки были темно-фиолетовые, розовые и вот такие зеленые. Я взяла зеленые, поскольку у нас планируется зеленая кухня. Вот, и, в общем-то... Батарейка подсаживается опять, я не успеваю. Надеюсь, что досниму, сразу не буду тянуть. Взяла еще вот таких маленьких 4 контейнера. Сейчас посмотрю. Идут, по-моему, 2 литра. Размер 190 на 157 на 90 миллиметров. За 4 штуки они тоже по 55 рублей оказалось, хотя они по вместительности в 2 раза меньше, чем зеленые. То есть, ну, если по вертикали вот так поставить, то получится как зеленый. Вот, к ним крышки обычные, прозрачные. Это я взяла для своих творческих нужд. То есть у меня очень много всяких основ, там, для колец, для серег. Это все очень, этого очень много. И, как бы, я подумала, что сложу это все в одну, ну, в каждую коробку напихаю, потом покажу вам, короче, как это все будет выглядеть. Так, и кухонная. Еще взяла вот такие формы для выпечки. Две штуки. Я о них мечтала лет 10, наверное. Наконец-то моя мечта свершилась. Керамические формочки. Взяла две штуки. Очень удобно в них делать
крем-брюле или панакотту, например, кто готовит, то очень прикольно получается. Ну и вообще индивидуальные какие-то десерты. Потом увидела бамбуковые палочки толстые. Ну, это опора для растений, но я взяла для творчества, потом вам покажу. Так, из творческого. Еще, собственно, тоже ради чего пошла. Пошла ради коробок и ради вот этого клея. Мне нужен был клей-карандаш. Вот, взяла набор, потом расскажу, понравился или нет, потому что клей в Фикспрайсе мне очень нравится, этот я еще не пробовала. Взяла вот эту краску, в последнее время ей пользуюсь, и вот горький шоколад. Шоколад мне вообще понравился, очень хорошо ложится на меня. Так, и, значит, взяла вот таких вот протеиновых 3 батончика, вот, попробовать. Они по 16 рублей были. И целый набор семян. Ну, тут в основном цветы. Вот цветы, значит, астра, матиола, цинния, петуния, эшольция, лаватера. Еще петуния, это самая смесь. И из еды тут репа и шпинат. Что-то я в прошлом году шпинат сажала. У меня вообще не зашло это все дело. Вот, и чек вот такой вот. Вот, видите, еще пакет пришлось покупать, потому что коробки огромные. А, и, кстати, смотрите-ка, опора 50 рублей, то есть не 55. Краска 50, хотя была цена 55. Клей 50. Вот, семена по 8 рублей. Ага, батончик 25, а вообще цена стояла 16. Ну, на как бы это по-ласки сказать... обрабатывают. Короче, форма для выпечки 50. И все остальное ящики по 55. Кстати говоря, хотела сказать, пока батарейка окончательно не села, обратила внимание, вот все показывают вот эти вот глины для лица и прочее. Я как увидела, это такие маленькие баночки, я даже не знаю, с чем сравнить. Это очень маленькая баночка. Вот у меня горшочек стоит, вот. Ну, как бы, я даже не знаю, с чем, ну, какую ассоциацию провести. Вот, ладонь и горшок. То есть, ну, я даже не знаю, она очень маленькая, эта баночка. Там пишут, что сколько, 50 миллилитров или 50 грамм. Там, не знаю, очень мало. И на видео у ребят-блогеров выглядит эта штука прилично ведерком. Вот, еще, кстати, увидела тоже... пару раз видела у кого-то в видео воск натуральный для рук. И буквально шаг влево сделала по витрине. Стоит точно такой же, точно такая же баночка, натуральный воск для ног. И что самое смешное, состав точно такой же, как и в воске для рук. Так что вот она, сила маркетинга Фикспрайса. Не ведитесь, обязательно читайте этикетки. Вот, и, собственно, то, ради чего я пошла, я все-таки купила это контейнеры. Ну, и еще для, так сказать, для себя прихватила мелочь, то, что, в принципе, хотела. То есть ничего лишнего я не взяла. И еще тоже присматривала вот эти сердечки, которые все берут. Но посмотрела, что эти такие прозрачненькие, они из пластика, и они плохо сделаны. И потом подумала, ну нафига мне сердечки эти? А блестящие сердечки, они осыпятся быстро. Это этим Фикспрайс давно грешит. То есть все блестки фикспрайсовских украшений, они очень быстро отлетают. Вот. И, в общем, такое скромное приобретение было. По поводу палочек вы еще увидите в творческих влогах. Что еще? И про клей расскажу в творческих влогах, и коробочки покажу, когда все тоже распределю и буду показывать вам свое рабочее место. Пока-пока, до новых покупок, до новых видео.